привет, я уже еду к Оле, и тут до меня доперло, что я с вами не здоровалась. Ой, я приехала домой, быстренько собрала манатки, и вот еду. Муж туда уже приедет, у него сегодня были кое-какие дела, вот, и он находится там рядом с Олиной дачей, и, в общем, туда приедет. И я такая еду, думаю, блин, я же это, ничего никому не сказала, вас имею в виду. И вот сейчас везде такая грязюка, из-за того, что сильный ветер, все везде выдувает. Так, музычку выключим немножко. Я всегда радио слушаю в машине, радио Диаль, по-моему, она называется, испанская. Но русского здесь не ловит. В Малаге, да, ловит русское радио, а здесь у нас пока нет. Так что все, едем. Время уже почти 2. Ну, тут ехать 5-10 минут, смотря каким ходом. Как вы могли заметить, на море шторм страшный, ветер вообще. Сегодня даже джинсовку одела, потому что вообще пипец. Вот это у нас морг. В общем, едем. Мы сегодня с Таней в красном. Девушки в красном, мы так прекрасны. Дадим всем несчастным. Господи, ну кто про что? Кто про что, а это... Про лимоны. Она да. Мне лимоны хотела дать, у меня этих лимонов целых... А знаете почему? У нее рожа довольная. Пусть лимон поест. Да мне они как бы нормально. Видишь, ладно. О, тут уже стол накрыт. Конечно. Вот что-то, козленок. Ну, вот это вот так. Это козленок маленький такой, пахнет обалденно. Так, все, закрываем. Ну, а почему закрываем? Кто еще треть? Сейчас там это. Тут еще кого-то ждем, короче. Пеппи спит, она устала. Ну, и мешать не станем. А что, он не приехал? Оля, вот какая красота. Они тут убираются, разбираются. Ветер, блин, замучил. Ой, пахнет как вкусно. И ветер задолбал. Катя у нас вчера какая-то легкая олимпиада, как это называется? Гимнастика. Она у нас занимается. И вчера ей медаль вот такой она выиграла. Какая медаль? Бронзовая? Да. Ой, ну какая, смотри, цвет какой он у тебя красивый. Ну вообще. Ну она у нас спортсменка, она вообще у нас танцует, да? Спортсменка, он сам самолка. Что ты меня снимаешь, дура? Нам смешно с Катей стало. А что смешно? На, иди крестный покажи. Сто лет назад. Иди крестный покажи. Так что, когда это было? Это было, когда... Сейчас Сережке уже 25, это было 26. Вот и я про что. Неважно. Вот и я про что. 100 лет назад. А сейчас вот какая девочка у нас. Иди сюда. Наши тортики, это Таня сделала, вкусняцкий тортик. Ну, это мой, все видели. Все видели мой, кстати. Классная вот эта штука. Это тут, который готовый, да, Оксана? Да, вообще прям супер. Получается, я будем кофе пить. Мы идем в Олину машину смотреть, она ее обновила. Смотрите, какое гнездо у них тут. Видите, Ольга Вилла. Да, Ольга Вилла. Детям, чтобы показать Танькиным. А Ольга яйца все сожрала. Дети пусть посмотрят. Детям это... Тут как вот клювом. Вообще, мы идем машину обмывать. А, не машину обмывать. Не, она у нее уже давно, она ее обновила. Она ее покрасила, руликом красила. Целых 2 дня. Ты Майкл Джексон. Эх, уже грязная стала. Это какая? Вот эта вот? Да как такая же, как и моя, господи. Обкаканная. Глянь, а номер-то новый. А, ну да, номер у нее, ну, кстати, а почему у тебя номер новый? Тебе номер поменяли? Видали, во. Колеса тут раз паркуются. И говорит, так, главное теперь эти колеса не поцарапать. Говорит, колеса тоже блестят. Ой, я первую неделю так, до первой царапины, потом мне сделали царапину. Говорю, все.
Я багажник открываю, а он чистый. А смотрите прикол, я вам расскажу. Обычно на грязных машинах что пишут там? Помой ее, все дела. А у меня сердечки. А мне кто-то сердечки рисует, смотрите. У тебя вот эти сердечки, прикол. Нет, вот это пластик. О, какие просторы тут. Тебе о, какие просторы тут. Да вот все было такое, сама понимаешь. Класс. А, Оля, а это что за бункер? А это когда это? Ну, для этого. Утрезвитель! Ольга! По-русски! Вон там, вот надо вот ткани вырубить, вон то, видишь? Да, вот Ольге сделать нечего, выходной. А зачем? Мы тебе дерево, дерево пошло, опять инжир, вон видишь? Да, ей инжир надо, так что следующий выходной она... дашь ей это... Она на балконе посадит? Так она, и пусть она... Так он его и подрезает опять, вот он здесь был, опять подрезал. Ой, глянь, так вы мне не ответили, что это такое? Хочешь, слушай, это площадка для танца фламенко. Кать! Иди в ну-ка, попляши нам. Она не провалится. Да как она провалится там? Как там танцевать надо? Камеры, Катька у нас фламенко умеет танцевать. Ну, вот ну что-нибудь нам сделать. Прям смотри, какая сцена классная. Давай я подержу мячик. Иди. Сейчас Катя будет нам танцевать. Ну-ка, Таня, ты пой. Ну-ка, танцуй. Ну, слушай. Включи музыку какую-нибудь ей. Вот она. У меня нет телефона. Блин, ну-ка, давай, Кать, что-нибудь какие-нибудь нам покажи. Какие там, ну, не стесняйся. На концерте вон перед как, сколько людей. А ты сейчас стесняешься. Давай, покажи. Ну, станцуй. Чего ты стесняешься? Ну, иди ты с ней, Тань. Тань, иди с ней. Тань, ну иди с ней. Ну, Тань, ну помоги. Я не умею. Ну, смотри, не умеешь. Тань, ну иди с ней. Павлин, в смысле, павлин опал. Ну, пускай, ну давай. А то мороженое дам. Шантаж. Ну, нет, она умеет. Ну, покажи, как ты в концерте, когда много людей, не стесняешься, а сейчас стесняешься? Давай. Музыку, ну, включи что-нибудь ей. Да у меня телефон нет, я же счастливый человек. Ну, сделай нам каким-то движением и пойдем. Ну-ка, давай. Вот как. Оли, оли, оли. Оли, мининя. Мира, кей гуапа, ми тикитина. Нужны специальные сандалии ей. О, как. Нам каблучки нужны. Во как все, она. Все, и все еще. Что, больше ничего не можешь? Ну, да, хватит, ну и музыка нужна. Колесо сделай, хватит ей. Колесо, это как? Что это за колесо? Ну-ка. Ну-ка, давай. Ой, ну это уже гимнастика ритмика. Ну все, хватит. Ну, молодец, браво! Теперь ты. Ваня, выступи нам как в театре. А что, что у нас Ваня умеет? Ваня в театр ходит. Ваня в дочь, ой, в это, в маму пошел. Вообще-то все в маму пошли. Ну да. Мы тут проходим Ольгины просторы. А смотрите, покажите, как мы ходим. Девушку в красном плаще. Во. Кстати, во, нате во. Мячик, я что его ношу? Ваня. Держи мячик. Тепло, хорошо на улице в Испании в мае. Да? Да. Особенно в этом году. А куда мы идем? А мы вообще согреваемся. 36 своих, 25 чужих. 25 всего? Да. Настоечку сами сделали. Из чего? Она из... называется вкусняшка. Малиновое? Малиновое вино. Малиновки заслышим. Голосок. Красота у них тут. Тут как в деревне. Только дров помыли покупать. Колонка, малонка, за... какие-то ягоды, вот что это за ягоды такие? Ну, это, понимаешь, вот они все это сам приносят, вот это все ветром, и сами там... Что это за ягодки? Это же дикое поле, короче. Видите, вот это... Ой, а там тоже какие-то фрукты, смотри, висят. Там гранат висит. Нет. Гранат. Вот видите, какая пальма? Посмотрите, какая огромная пальма. Это я ему раз говорю. То есть, ты понимаешь, говорю, если ее сам смотрите, не... какие-то вот фрукты. Будет, представляете? Кать, ты что, пошла на охоту, что ли? Ведь вы сейчас там нацепляете все на свете. Выйди сзади, вперед. Нацепляй. На-на-на-на-на. Вот какие-то фрукты. Черемоя. А, черемоя? Блядь, она еще живая. А как она, он уже все сухое. Странно. Здесь плантация была, черемоя. 6.
Так они похожи, дерево что, сухое, присухое. Ну-ка, дай посмотрю. Потому что он уже трясал, все, и же нужно поливать. Вон там вон. Вот они все эти. Офигеть. Вон там. Смотрите, черемуха. Ой, оно уже такое... Нет, нормально, зеленый. Смотрите, дерево как будто пропавшее. Ну надо же. Манго и авокадо – это земля идеальная. Для черемой нет. Росли нормально. Пальма там. Не очень. Да, здесь работы, блин. Непочатый край. А вот смотрите, это кто-то ел вот тут вот черемою. Какие-то мышка, животные. Мышка, наружка, Ольга приходила, перекусывала, ушла. Ой, не могу. Черемоя поеденная. Ты скоро запьешь? А там вот как будто нора какая-то, смотрите. Ну вот. Точно. Давайте сходим посмотрим. Давайте суслика повыливаем. Давай, тащи вот. Ой, блин, я уйду отсюда, ну нафиг. Я боюсь! Помоги. Тага выразит какой-нибудь там. Да. Зато мы его обдерем на эту, на сумку Таньке надо. А, не, мне на сапоги. Вот живодерка, вот живодерка. Так мы сейчас... Змея вылезет. Что, вы хотите туда, что ли? Там змея вылезет. Нет, наверное, не пойдем, потому что там, наверное, заросли. Зачем мы туда пойдем? Мы растрясаем жиры, чтобы мы сейчас сесть по-новому. Или они крутые тёлки. Ну так положено. Ой. Тут у них куры раньше были. Во всех. А вот не, мушмала. Я тоже эту куру заведу. Да ты их уже третий год заводишь. Ну сейчас я это. Мамка, приедет. Они у тебя подохнут нафиг. Я курятник. От твоего отсутствия. Таня, Оля здесь все роет. Блин, такое дерево классное. Так лазить на нем здорово. Ну лезь. Вообще класс. Так мы же лазили, помнишь, фоткались? Да, только там было неудобно, сейчас удобно. Ну да. Ой, а мы туда не пойдем? Там можно лезть на диванчик. А зачем тумбон, который не цветет? Вот птички. Ой, красота какая. Пахнет. Хорошо летом в деревне. Блин, лягушка, что ли? Лягушка. Нет, это этот. Змея там. Хамелеон. Где? Покажи хамелеон-то. Может, там лучше видно? Да, тут лучше видно. Ты про это сыркаришь? Вон он. Завтра у меня видео посмотришь. Что мне твое завтра? А, вот это что ли? Какой это хамелеон? Опа, убежал. Да это ящерица. Здесь знаешь, сколько есть? А хамелеон это не ящерица? Нет, вот хамелеон я настоящий видел, у нас по даче лазил. Их запрещено вылавливать и задержать в неволе. Так, быстро на свободу давайте его выпускать. Он прям поменял. Я посадила в ящик из-под черемой и поменял цвет. Обалдеть. И нас визится эра поснимать светлых годов. Клич пионера всегда будь готов. Клич пионера всегда будь готов. С радостным шагом, с песней веселой. Сегодня день пионеров. Мы выступаем за комсомол. Я уже дома, вернее, я дома уже где-то час. Мы так наболтались, что у меня даже горло болеть начало, знаете, от того, что болтали много. Болтали, спорили, ну-ка, все, в общем, как всегда. Сейчас хочу чайку попить с имбирем, чтобы горлышко мое, так, как говорится, смягчилось немного. Вот, вот так мы погуляли. Мы, знаете, мы всегда гуляем, у нас мужчины... отдельно от нас, они там идут телек смотреть, ну, потому что, я уже много раз говорила, мы говорим по-русски, на разные свои темы, и, в общем, мужикам нашим неинтересно с нами. У них свои темы, у нас свои темы, и поэтому, тем более, мы на языке, который они не знают, поэтому они уходят. Эти праздники мы устраиваем чисто для себя, чтобы отдохнуть душой, вот. Ну, а потом каждый по своим делам идет, они встречаются своими другими друзьями, мы встречаемся с другими друзьями и родственниками, в общем, такие дела. Вот такие посиделочки устраиваем для себя. В общем, хорошо так посидели, только, знаете, погода дурацкая, ветер прям сносил буквально. Потом уже Ольга вынесла нам шубы, блин, куртки, одеяло, вы видели, что я в одеяле ходила. Это вообще пипец, там такой ветрище был.
и холодный прям. Ну, будет хорошо, что на этой неделе уже передают, что все, ветер улетит. Улетит с дальние края, и надеюсь, что не прилетит долго-долго-долго. Ой. Так что буду отдыхать. Завтра у меня кое-какие дела напланированы. А надо мясо достать на завтра, чтобы оно разморозилось. И что-то сидеть думать насчет еды. Опять голову ломать. Девчонки там этого козлика разобрали. Но мы его не любим, поэтому... Вообще Таня сказала, очень вкусно. Она любит кости все, любит баранину, любит ягненка. Поэтому она сидела, эти косточки голодала. Я тоже очень люблю косточки, но не ягненка, к сожалению. День рождения. Теперь, когда встретимся, фиг его знает, чтобы нас всех собрать, это пипец. У меня тут скоро на днях день рождения, хотела собрать всех, но, блин, то один не может, то другой не может. И как, короче, я говорю, а через 2 месяца нет никакого смысла отмечать день рождения. Ну, я что скажу, мне уже 38,5 лет. И смех, и грех. Поэтому... Без повода встретимся. Кстати, в среду мы с Олей кое-что запланировали. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. И куда же это мы собрались? Пока чай пью. Не тот свет включила. В общем, у мужа, как всегда, футбол. А мы здесь будем вдвоем с Чарли. Да, моя рыба. Своей игрушкой. Моя рыба сладкая. И сейчас по телевизору показывали. Это вообще какой-то, блин, беспредел, можно сказать. Испания опять на 22-м месте в Евровидении осталась из 26. Ну, это вообще пипец какой-то. Иначе не скажешь. Мы всегда на 3-м. Испания всегда в конце. 22-е, 23-е, 24-е. В общем, выше 20-ки не влезает. Я не знаю. Ну, мне кажется, это, знаете, это политика, и все. Это не конкурс песни, а просто политика. Вы как считаете? Ну, не знаю, год за годом, мне кажется, что это вот так. Они не все это неадекватно как-то оценивается, неправильно, мне так кажется. В общем, все. Все, как говорится, надежды рухнули. Ну да ладно. В общем, я себе сейчас буду чайку пить. У меня сегодня большой брат по телеку, надо еще в душ сходить. У меня губы так обветрились из-за этого ветра. Несмотря на то, что я постоянно пользовалась гигиенической помадой, я прям вот чувствую, что горят все губы. Сейчас намажусь всякими кремами, обделаюсь. И вообще, вот лицо какое-то, знаете, как обветренное от такого ветра сильного. Прям как-то пипец. Ну ничего, посмотрела погоду, уже прям с завтрашнего, послезавтрашнего, нет, завтра не, со вторника начинается на каждый градус повышаться каждый день, и к выходным уже 28-30 градусов обещают. Представляете, как классно, неужели лето пришло? Ой, будем надеяться, что да. Так что вот такой вот у нас день получился, вот такие у нас посиделочки получились. Обожрались, как всегда, пились и устала немножко даже, да. И все. И буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Завтра с вами встретимся вновь. И пойду мясо достану. Всем пока-пока, до завтра.